В законодательном собрании Ульяновской области произошли небольшие изменения. Депутат ЗСО, представитель Ульяновского областного отделения политической партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин с 25 августа досрочно прекратил свои полномочия и передал мандат коллеге по партии. Закон именно так и предусматривает, что если депутат, избранный по списку политической партии, досрочно сложил все полномочия депутата, в этом случае мандат передается кому-то другому из этой же политической партии, из этого списка. Поэтому в данном случае у партии есть 2 недели после того, как слагаются полномочия. Партия уложилась в этот срок. Мы получили документы вчера. Сегодня проводим заседание. Мандат был передан Ярославу Сидорову, 1968 года рождения. Известно, что он начал свою политическую карьеру в 2005 году, приняв участие в выборах депутатов Московской городской думы. В 2021 году участвовал в выборах депутатов Государственной думы 8-го созыва. Ярослав Сидоров был избран в составе областного списка кандидатов в парламент, выдвинутого избирательным объединением Ульяновского областного отделения партии «Коммунисты России». Удостоверение новому зарегистрированному депутату выдали на заседании избирательной комиссии. Уважаемые коллеги, да, буквально пару слов. Спасибо большое за оказанное доверие. Надеюсь, что за оставшийся, к сожалению, небольшой срок предстоящей работы сделаю все для того, чтобы жизнь простых людей в Ульяновской области, наших избирателей, стала еще лучше. Напомним, Ярослав Сидоров избран по Корсунскому одномандатному избирательному округу номер 1. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.